Всем привет, здравствуйте, друзья. Будем сейчас проходить Brothers Tales. Пока вот так, что-то выбор главы. Она еще первая глава, только вторая. Тут прикольно, тут смотри, тут иконка поменялась. Этот меню главным поменялось. Это типа женщина в виде ангела изображена. Так, совместный режим. Окей, да, хорошо. Так, я играю за старшего, ты играешь за младшего. Ну, я уже выбрал уже. Ну, давай. Точно наоборот? Точно? Господи, боже мой. А как теперь назад-то? Может, тогда уж как выбрал? Ну, а? Ну вот, давай как уж убрал. Сейчас будет ломаться себе. Вот так. Сейчас я... Так, все работает, работает. А что у нас? Колонки в одно это поставил, я теперь понять не могу. Господи, что за звуки услышал. Пиздец, это звуки сейчас были нахуй. Тут даже был. Здесь вся игра оригинальная осталась, да. Садись, присаживайся, стульчик. Вон, слышишь звуки какие? Страшные. Волки появились. Точно? Да, слышишь звуки какие? Давай погромче сделаем. Просто еще колонки, одни здесь, их надо же... Да нет, слышно вообще. Угу. Так, нормально? Или еще один раз? Пойдешь со мной? Да. Не надо, чтобы ты за мной шла. Пойдем сюда, сходим вниз. Я просто не помню, что-то внизу есть что-нибудь. А, нет. Ой, не успел. Чувак, почему он... Чё? Я просто хотел посмотреть, я говорю, ну сегодня не все отрабатывал. А ушел мне не а я как старший. Детям спички не игрушку, блядь. То есть как ее одному проходить, блядь, когда такие жестики творятся? А, куда сюда что ли идти, друзья? Подожди, сейчас, иди за мной. Здесь же вот сюда куда-то надо, по-моему. Сюда вроде... Да-да-да. Стой, стой, мне сейчас. Я ему пизды дал. Блохаст. Ну мы же вернулись, где были. Туда, что ли? А, да, видишь, вон их там много. Нам надо идти, как сказать, на страхе. Где они? Стой, стой. А чё ты не сядешь? Родной, сядь. Неси. Неси, неси. Что это такое? Хочешь, я возьму джойстик? Или тебе удобно? Удобно, точно? Ты же за километр ты что села? Мне видно так. Да. Я думаю, особо прям. Я медленно иду. Твою ж мать. Там люди повешены, как бы. Это тебя не смущает? Тебя не больше смущает? Да не сожрут тебя. Я же вижу, что сзади идут, когда... Фальшео. Нет, сюда. Наверное. Когда махать будешь? Наверное, да, вроде. Я ж тебе удобно настроил. Это моя тень. Ебать, кладбище какое-то, смотри. Это было не просто смело. Нет.
А, вот этот ангел. Интересно, а ты что делаешь? Вау, там звезды падают, видела? Я, как всегда, сейчас свой любимый сделаю. Покрасуемся. Скажи, даже графоном особо не полюбуешься, потому что хочется обосраться только, да, Кес? Жизочка. Он сейчас покажет, куда. Он сейчас, наверное, откроет нам ворот. Ты что, у него ключ должен быть? Я же сказал. Ну, и это я зараз... Подожди, а можно я сейчас кое-что гляну? У меня за звук записывается. Да, раз-раз, да. Я просто... Да, я просто в прошлый раз убирал микрофон, пока ты спала. Ну, пока ты спала, в смысле, в Crysis пока играл. Не знаю, попробуй. Пойдем со мной еще. Нет, назад. Там еще колокол был, там, по-моему, в колокол можно еще было шляпнуть. Может, там весь интерактив ты хотел исследовать. Да. Ну, сегодня мы, к сожалению, да, без интерактива. А прикольно, когда мы вдали находимся, он вот так вот разворачивается. Или это ты повернул камеру? А можешь сейчас развернуть ее чуть-чуть, например, левее? Как-то у тебя какие-то кнопки... А, во, да-да-да, так лучше, просто удобнее видно. Тихо. Если я не ошибаюсь, с ним сейчас пиздится или нет? А у них выбора не будет сейчас. Так он выкинул его. Мой братан его выкинул. Цепляйся за меня, цепляйся. Цепляйся. Цепнулся. Ладно, держись, я плыву. Может, за фонарик можно уцепиться? Или это просто фонарик? Все ниже и, блядь, ниже. Фух. Ну да, мы выцелили. А что, я не могу идти? Вот они, блядь, нахуй. Подожди, а чё? А! Всё, я понял. Сменилась клава. Помнишь такое дело? Так же, залази. Ты просто наступаешь и идёшь к нему. Я тебе даже показал, как идти. Том. Том. Садитесь, сэр. А ты что, не можешь сесть сразу вместе? Ну, попробуй присесть-ка. Ну-ка, вот сейчас сядь. Там удерживать надо. Садись. Я вот, все, мы вместе. Ну, как тебе, братан? Так, а здесь что? А здесь... Блин, теперь решил поиграть. Здесь, по-моему, надо... Блин. Да, подпрыгнул. Чё-то, мне кажется, это дело хорошим сейчас не кончится. Но мне надо тоже сюда, если что. Но это по сюжету, да. Где я? Где, блядь, я?
Я вообще не понимаю. Знаешь, там настолько темно, как в шопе. Когда, знаете, когда была, короче, игра не без ремейка, там было и то видно, я помню эту сцену. А я где? А я где-то там. О, это я помню. Здесь, помню, надо будет держать сейчас, да, вроде как, да. Давай, залази. Да, я помню. Ух, тебе главное, знаешь, что от этих рук уползать. То есть ниже надо ползать, иногда выше. Да, смотрите, как классная такая стилистика игры. Чуть-чуть ниже, 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 ниже. Еще. Чуть ниже, 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 родной. Сейчас тебя ёбнут. Как вам? Напишите в комментариях. Конечно, супер, помню. Да. Игра та же самая, просто с обновленной графикой. Но вообще это круто выглядит. То есть даже те, кто играли, почему нет, могут еще раз пройти. Потому что игра стала выглядеть еще красивее. Пиздец. Ради чего все это было называется? Плыву, родной, плыву. Так, я, наверное, должен доплыть. Ну, разве там руки были? Ну, посмотрим, блин, дойдем на нее. Давай, это что такое тут? Не знаю, какие-то типа святилище. Но мне это нравится. Сцена достаточно интересная. Она достаточно интересная. Да. Это их мама, если что, сейчас будет, сама увидишь. Да, они вырубились нахер. Но гиганты здесь будут. Будут. А? Это меня качает, ёбтную мать налево. Кес, тебе надо одно что-то там сделать. Мне кажется, меня расколбасило вообще, я даже идти не могу. Тебе вон там, он рядом с мамой, огонек лежит, надо взять. По-моему. Не знаю, странно. А может тебе идти куда-то надо? Может быть вот какой-нибудь туда, а? Попробуй. Странно. О, мама. А, там отец лежал. Да, я помню этот момент. Жесткая игра очень, я согласен.
В этой сцене смысл, видимо, был скрытый, который я до сих пор не могу понять. Я забыл про эту сцену, но сейчас я вспомнил, что он его там душенить будет. Я забыл, я думал, он его просто будет душить, а он его еще и... Но, с левой справа. Хорошо, хоть не дали мне на кнопки нажимать. Но, Нали! Вот это она подглюкнула. Так ему и приснился, я говорю. Он, блин, утонул. Ная. Что, внимаешься, кто же здесь? Ото? Нет? Да, Алина. А я думаю, с тобой добить можем, если честно, даже не супер длинно. В смысле? Ты что? Так. Давай по узкой пойдем. Я не знаю, что здесь будет, что там будет. Вау. Блин. Надо стул подвинуть надо, блядь. Вон там он стульчик стоит, по-моему. Может быть, как-то, блядь. А, блядь. Сейчас. Не знаю. Он, наверное, об тебя ударился. А, эта сцена, она вообще скрытая. Я тоже, по-моему, она тоже раньше была, но я сюда вроде раньше не ходил. Я просто сейчас рандомно пошел. Валила, хайи. А, у него жена, видишь, умерла, у них дом сгорел. Вот. Валила, хайи. Да, ну по сцене понятно, что у них дом сгорел. Не посмотрел, сейчас скажу. Мне поначалу показалось, ты сказал Кеса. Ты когда подошла к нему. А что ты не можешь залезть? Просто нажимаешь, удерживаешь и лезешь вперед. Нажимаешь, удерживаешь и вверх. Да. Ну тут нет ничего, в принципе. Сейчас прыгнуть нельзя. Там по веревке надо. Сейчас. Можешь как-нибудь камеру подрастернуть немножечко? Ой, я слез. По веревке, подойди и слази. Я же тут и залез. Давай, слази. Слези. Все, пойдем. Я там был, но там ничего нету. Давай звук побольше силы. А, тут есть что-то, что ли? Смотри, кто тут что-то есть. Так тут вообще мелкий, тебе можно было бы побежать. Да даже мне можно было бы. А, нет, значит, это сцена, скорее всего. Или там, подожди, там что-то есть. Ты же помнишь, да, как перемещаться? Ты помнишь, как перемещаться? Помнишь? Что, опять заново, что ли? Подожди, нет, там туда назад. Назад. Я там просто хочу слазить туда, посмотреть, что. Подожди. Я хуй знаю, где мы вообще. Вода какая-то. А, мы, наверное, в самом начале. Сейчас опять его спасать придется. Все, мы в самом начале. Мы же здесь были, ты сейчас сюда спрашивал, как залезть сюда. Посмотри, что ты с камерой делаешь, родной? Я? Подожди, какую камеру?
А она может сама меняется, когда я бегу, скорее всего. Да. Мы можем сюда сходить. Ну давай сначала опять его снимем. Сейчас я оперативно его сниму. Да. Так я говорю, видишь? Да. Брось. Да я утешу ты его. Ты точно помнишь, как сейчас? Лёля? Ты куда пошел? Ты понял? Ты можешь развернуть камеру? Вот. Лёль, я тебя прошу в одном, не ошибись, нахуй. Там же надо отпускаешь, потом опять удерживаешь. Вот я сейчас подлез к концу. Отпустил, оп, нажал. Отпустил, оп, нажал. Давай ты сам будешь. В смысле сам? А если это по сюжету будет? Сразу же лезу. Ну почему? Ачивочка. Утешим. Это на моральный выбор влияет в игре. Вот нет, наверное. Зай, ты... Ты можешь... Я не знаю, давай, хочешь, я один схожу. Если, конечно, можно будет. Ну, ты понимаешь, сколько еще нам лазить придется? Ну, тут хоть-то, может, хоть сейвер будет, ладно. А вообще там еще наверху была дорожка-то, наверное, тоже что-нибудь. Сундук. Подожди, а что? Он не берет его. Странно. Я думаю, ты ему надо будет, типа, да, держи. Может, ты поближе подойдешь? А, во-во-во, смотри, я что. Да, это типа послал. А-а-а, у него там жена с ребенком сгорели. Вот еще. А с ним нельзя поговорить, нет? Мне, к сожалению. Можно только вместе с ним почтить. Прикинь, а вроде я это... Нет, я вроде этого не был. Я вроде сюда не... Ну все уже. А может нам сюда теперь сходить надо? Ну вот, зайти даже. Ну тут какие-то палки есть, смотри. Это называется, вот видите, минус одного экрана называется. Хотя так удобнее играть на самом деле. Просто, конечно, полного 3D-шки не будет, будет изометрия. Ну оно и понятно. Шо с камеры? Почему камера так дико ебется? Может, это такая специально задумано. О, это я помню. Здесь, короче, загадка будет. Короче, тебе надо залезть. Да, именно так вот туда. Там что-то, да-да-да, залезай. Потом тебе нужно будет присосаться вот сюда. Короче, открыть вот эту штуку. В общем, нам нужно будет с тобой соединить мост воедино. Лёль, давай, ты знаешь, что сейчас тебе придется делать. Да. Зайн, ты же у меня молодец. Ну что же, не так разве, все же так-то. Все, снизь. Давай, луковичка моя. А там смотри, там какой-то дико просто. Я тебе... Я тебе чесночок. Вон стоит, вон. Тебе надо двигать ее.
Понимаете, как надо? Давай, давай, двигай, двигай, двигай. Она потом туда упадет, я вспомнил. Физика, все дела. Братишка мой, да я тебя прям, ну, расцелую. Котенок, ты мой, что же жизнь такое-то? Сейчас почилим, почилим, вот она. Я уже понял твои домыслы. Садись. Так тоже подбегай, удерживай РТ. Ну давай, нажимай. Нажми. Я сейчас даже покажу, что я могу тоже сесть. Вот. Нам вот туда. Помнишь это место? Это где орел. Ух, там прыгать придется. Это, а еще здесь будет, короче... Ой. А что это было? А что нахуй было такое? Ты видела? Ебать туда идти! Надеюсь. Дали. Скипается, говоришь? Я Атайи. Скипается? Сейчас мы с тобой будем кое-что делать. Твои... Ты, наверное, помнишь, что сейчас будет. Нам здесь надо будет сейчас... Нам вниз ходить. А ты не помнишь, что сейчас надо будет делать? Что? Твоя любимая. Загонять? Сейчас вспомнишь. Это твое любимое занятие было. Садись и поехали. Туда. Козочки. Нет. Архара? Это горный козел. Правильно? По-моему, теперь да, вот сюда вот. Музыка такая вся. Такая тибетская. Да ты просто да, просто тебе вперед главное нажимать. Вот это у них бардак, ёб налево! Кринге. Страшный. Но они милашки. Ну бардак у них, конечно, немножко кринге все-таки. А, да, я помню этого дядьку. Эйнштейн. Он, типа, ему сейчас помочь должен механизм остановить. Как на помойку выкинул прям дед. Там одна шерсти мне не хватает. А, не, не, мы оттуда пришли. Он меня даже выкинул от того, куда ты пошла. Ну, а что-то здесь делать надо будет. Сейчас как-то сюда залезть надо будет. А, вспомнил. Надо тебе или мне перепрыгнуть. Вот, сейчас, подходи, нажимай на ну, вот какое-то действие, действуйте. Да. Люльс, вот скажи. У деда их не так много. Пойдем. Тебе нужно поймать просто и все. Назад не откинуть, самый главный, родной. Кидаю. Все, все. Я говорю, деда не бесконечные. Так, а мне сейчас надо перебраться, по-моему, сейчас, подожди. И тебе надо будет мне кинуть сейчас. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Давай. Нихуя. Ну, моя помощь даже и не потребовалась. Так, встаем.
И крутим, 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 крутим к деду. Ну, вроде, да? Или не все? Подожди, дед уехал. Еще крутить, наверное, надо. Еще крутим. Ты этого не отпускай, пока он полностью не поднимется. Он сейчас, по-моему, к нам должен залезть. Или нет? Вроде. Ротта. Это не напоминает миссию метро. Да, крылья нам нужны, да. Сейчас он нам их даст, собственно говоря. Вроде как. А, это типа мини-игра, так, ну не. Рандомная, конечно. Господи, кус. Ничего, что было. Нам надо куда-то идти, типа. Машина нужна нам. Машина. Пойдем. Да. Ты помнишь там? Но ее, чтобы это, нужно что-то будет... Да. Там надо что-то... Это загадка. Я там уже был. А, нет, они сейчас разворачиваются. Просто камера, что ли, крутится? А что тогда дальше делать? Назад нам не надо, точно. Нам птицу нужно у него выведать. Там ничего нет. А вот да, направо. Ну, он там сейф был сейчас. Ну-ка, посмотри, что там видишь. Загляни бинокль. Плохо сидит. А уличить нельзя, по-моему. Ну да, ты просто смотришь. Позорная труба просто. Могу я то же самое сделать. Да зачем? Давай, вставай. В общем, дед не против. Главное не отпускать, по-моему, пробел все это время. Ну, а у тебя там твоя кнопка. И Зай, ты помнишь, что сейчас будет? Надо будет вдвоем этим парапланищем управлять. Балансировать. Ну, в общем, понятно теперь, откуда в It Takes Two черпались идейки. И не только в It Takes Two. Да ладно. Ой-ой-ой-ой. Теперь в мою сторону. Теперь да не вправо иди. А не надо вверх, тебе вправо и влево. Все, нам баланс нужно удерживать, она сама. Ой, Роднулёнься. Мой Леонид Аркадьевич, ты что? Ленёльсин. Пока можно... Иногда можно прямо с каждой, чтобы со своей стороны был этот баланс создает. Вот сейчас можно каждый со своей. Нет, это замысел игры.
Балансируем. Ты не забывай, надо у себя на своей стороне, а я на своей должен быть иногда. Вот эта песня. Ля, мне песня прикалывает. Видишь, они... Главное вовремя делала. Я же сказал, главное вовремя было это сделать. Ну, пан или пропан? Пропан. Нет. Может, поменяемся? Позер мой. Давай. Они вначале, то есть каждый может даже на своей стороне быть, это для баланса. То есть иногда нужно, можно и просто на своей стороне быть. Так. Я думаю, они сейчас в мельницу как в ебачится. То есть там в пещере надо не слишком сильно это. Все. Не-не-не, я вижу, что не заденет. Какая-то фольклорная музыка прям. А вот тут, по-моему, знаешь, чем хитро здесь, по-моему? Ага. Здесь влево сейчас, иначе опять шляпаемся. Это не мы. Это по сценарию. Вот сюда, нам сюда, направо. Нам вот сюда, главное сейчас приземлиться. Вот сюда. Или нет? Или... Птицы нас отхуячили. Я так понял, нам надо было ее облететь. Вот тебе вот укен. Укен, давай, блин. Но зато мы оттачиваем с Кесой скилл, потому что Кес, говорит, будет еще в Battlefield играть на самолете. А танкист? Ну, киска танкист. Это Кен, это реально помню. Так я вижу, что я не врежусь. Тебе балансить бы надо сейчас чуть-чуть. Это Слава, ты такие любишь, да, композиции? В твою, а потом, сейчас в любом случае нас заденет, сразу же говорю, это сюжет. Так, и теперь нам нужно вот первую штуку мы должны облететь. Там, короче, они должны куда-то пришляпиться, я не помню куда. Пришляпиться. А куда они там? Да, все правильно. Они, по-моему, должны сейчас долететь будут прям до замка. Просто они там... Вот это? Точно? Ну, смотри. Ух, сейчас лазать придется, зайка, твоя любимая. Значит, зайка у нас будет проходить Мерседж. Почему? Зря. Что это за великую игру не хочешь пройти? О, да. Самая моя любимая. Сейчас мы с тобой друг друга будем вытягивать. Папа.
Ну ты мой папочка. Вот эта вода же была, вот эта секота, это папа. Ой, ща лазунить придется! А, дальше что? А, понятно. Ты вот сюда залез для начала. Для словца, для краснотца. Ну да, ты поближе, потом пробел отпускаешь и пробел поднимаешь. Давай отпускай. Ну не пробел, у тебя что-то. Давай отпускай и... Ага. Блять, подожди, а дальше-то буду. А, в... а, да! Ебать! Раскачивайся. На мне. Горячий папа. Сейчас, подожди. Да подожди, это я как сосиску-то что ли буду болтаться? А вот сейчас горячевато будет. Сейчас, подожди. Слушай, а можно солнышко сделать? Да? Сейчас попробую, подожди. Ну, зато можно повыше. Солнышко я, конечно, не сделал. Сейчас так. Подожди. Так, держись. Сейчас я. Пошли. Сата! Заебысь! Давай, раскачивайся, род мой. Так, сейчас мне раскачиваться. Сейчас тебе раскачиваться. Так, жопочка, не халтурим. Это, знаете, бесцовестный такой, там мазуган сидит. Уходя, не забудь проститься. О, сейчас вот здесь вот придется еще лазунить. Да тут сейчас везде лазунить придется. Кого? Птички? В здании. Да, это я помню. И, по-моему, я не туда коломажусь. Там направо, направо, направо. Направо, направо. Ой, там еще загадочки будут сейчас. Твои любимые. Ой, блядь. Господи, почему нельзя было сделать это, вот, не издеваться? Подожди секундочку, виси, виси, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Давай. Раскачунивайся, раскачунивайся. Теперь я. Ой, а у дяденьки головы нету. Вот что называется потерять голову. Вот что я называю командной работой. Так, да. Именно так. Именно так и надо было сделать. А здесь то же самое, короче. Подожди, свиси. Ой. А, не-не-не-не. Выше, выше соберись. Сейчас я тебя подсоблю. Сейчас. Мне надо. Да, говорю же, подожди. Мне нужно долезть, просто был доверх, чтобы ты по мне. Виси. Виси, Рануль, виси, сейчас. Да, вот сейчас, давай. Ну, попробуй. Раскачаться вон на ту. Молодец. Сейчас. Сейчас я, подожди. И все, и залазим просто наверх. В смысле, наверх. Направо, по-моему, сейчас. Не могу ошибаться, конечно. Но... Да, я, наверное, ошибся. Нет, я ошибся. Налево, значит.
Писечка, как тебе игра, ты скажи? Вот сюда, по доске. Ты перегрелся. Ты перегрелся. Ой, господи. Сейчас мне раскачаться надо. Подожди. Сейчас. Давай, раскачивайся. И тебе на самый-самый верх надо будет залезть. На динамит, ты помнишь. Так, и наверх. Есть все. Справа. Хочешь яркость побольше сделай в игре? Так, идем. Это все по сюжету. Мне просто нужно делать так, чтобы ты шла рядом со мной. При этом нам нужно главное друг друга. Нет, тебе надо идти по своей стезе. Это сюжет такой. В этом смысл, мы не должны друг другу с тобой. Мы должны рядышком. Все, иди ко мне. Какие лестницы массивные, смотри-ка там. Здесь, наверное, в этом замке как раз-таки и жили вот эти вот великашки-пеликашки. А мне нравится с тобой быть привязанным. Это типа глубокий смысл философский, понимаешь, то, что ведь видишь, они друг к другу привязаны, понимаешь? Это же ведь суть-то в этом, ты улови суть-то. Привязанный, блять. Ой, дожди. Привязаны? Короче, там не надо было. И это, если честно, это сейчас мой был промах. Там надо было просто долезть до края и ничего больше не делать. Но потом тут, конечно, надо принимать действия. Например, сейчас кеска будет. Уже он солнышко наярим, это родная. Так, виси. И наверх. Опа. Пиздец. Это нам показывает, да, что будет, если мы ёбнемся. Пумба. Пумба. Тимон и Пумба. Мы с тобой друзья. Тимон и Пумба. А они думают, что делать. Господи, здесь у брата старшего лицо намного взрослее выглядит, чем оригиналь. Ебать, я... Знаете... Эта игра, она, ну, ремейк, он ассоциируется вот. Он прям показывает, насколько мы все-таки постарели по прошествии, сколько. 10 лет назад же игра вышла. Жизнь братца потрепала. В клетке сидит. Конечно. Давай. А ты? Так они оба ложатся. Бля, драки, а ведь могли бы так отжечь. Ну, вижу. Понял. Вот скажи мне. Ой, смотри, крыса. Залазь сюда, родная. Крысочка. Где-то я видел, а я снизу с крысой. Жизнь с крыской. Это какие-то опыты проводил. Ну, я знаю. Но опыты проводил. Это типа он тебе... Mm-hmm.
Вот что. Его нужно освободить. Вот. Нет. Вон сверху. Видишь? Сверху штука. Надо на нее залезть. Вот сейчас. Сейчас я его освобожу. А может мы вместе должны пройти? Или нет? Эльс, твой выход. Короче, ты должна сейчас пролезть и дернуть за ту штуку сверху. А я, по-моему, к тебе должен тоже как-то прибомбиться буду. А где? Да вот-то. Вон тебе сюда залезть. Ты видишь все? Да. В игре очень блядски блю. А как я в воздухе стою? А я ничего не мог сделать. Как в Крайзисе, помните, я застрял. Застрял. А мне кажется, я уже ничего не. Мне кажется, я ничего не сделаю. Я уже только все, только это. На, держи. Ну а как еще? Выбора нет никакого больше. Ты себя видишь? Ты просто случайно не туда залезла, а игра подглюкнула. Бывает такое, не боись. Подожди, а вот в эти трубы разве дуть нельзя? Ты ж поняла, да, куда идти? Ой, тебе маленькая, сейчас освободил. Плохо видно просто там. Это потому что, блин, объекты маленькие. Запрыгивай наверх. Так. Там, да, наверх. Ага, теперь наверх. Удерживай за трубу налево. Вот, все. Там на изи жешь. Потом отпускаешь и вот здесь успеваешь схватиться, а потом вот туда отпрыгиваешь и ухватываешься тоже за ним. Ага. И теперь... Сейчас, виси. Вот, да. Он же слитл раненый. Все. Подзапылился немножко. Не взял, он раненый. Но он раненый, Кеш. Я не знаю, мне жалко птичку. Он так выглядит мило здесь, капец. Это такая сцена милая. Да, вижу. Это я забыл, это как птица называется. Грифон это, по-моему, называется. Это грифон. Такая легенда. Ну, ведьма Кия была типа такая птица-легенда. А Маки, моя естественно, моя макическая. Мне жалко его так, пиздец. Ну, он типа нас доставил, видишь. И умер. Мы же ему помогли, он наш, видишь, тоже решил. Мне тоже было так жалко. Мне не так жалко. Птичку эту маленькую. Ну.
Сейчас будет как раз та самая деревня. Нет. Вот он. Мужчина. Ну. Пёрышко. Будет носить. Золку птичку, да слюзки. Такая милая птичка. Ну, она им типа, видишь. А я мне сразу же было понятно, блин, она вся изранена. Она им просто помогла. Типа, вообще в этой игре типа очень много интересных. А оно само улетело. Оно типа показывает, куда нам идти. Это сюжет был такой. Птичку жалко. Я сейчас как Шурик сижу. Птичку жалко. Когда это получится? Ну, блядь, ближе к концу. В смысле, когда ближе? Это прямо она в конце и будет. А вначале всегда подлагает. Это типа текстурки прокручивается. Подожди. А чё я не иду, алё? Ная, ты чё? Кажется, меняет. А ты можешь пойти подальше? Мама, всё опять переменили? Нет. А ты можешь пройти сам? Может быть, это смысл такой? Типа, у них опять какой-то сон? Молодец. Что-то вообще... Что-то плохо сделали игру немножко. О. Что-то уже второй баг, если честно. Стоит наспех делал. О. Мне нравится. Мне птичку-то... Кто она такая милая? Вообще, да, тут типа большой смысл. Типа, видишь, они ей свободу в конце подарили. Ну, типа, освободили ее, она решила их доставить. Ну, а потом умерла. Да, отблагодарила. А было видно по ней, что она уже. Жалко, конечно, птичку. Я говорю, здесь типа очень... Да, здесь очень большие смыслы. Тут пятка у него огромная. Типа, все большой. Да, вообще, я помню, когда проходил, у меня аж мурашки от сцены. Вот эти вот, когда видишь, вот эти вот капец, так как-то кринжево выглядит, на самом деле, страшно очень. Да, к нам двоим надо. Реально кринжево. Меч. Капец, собирал спустя даже столько лет до сих пор. Выглядит правда. Больно очень. Да. Выглядит она прям очень-очень так арта. Уа! Это по сюжету. Цепляйся. Здесь надо наверх. Блин, заебался, знаешь, как. Как проходил и рыдал. Ты имеешь в виду, как в одиночку пройти ее? Ну, типа, на клаве одними этими одним. Но это дольше получается первое. Сейчас, подожди. А чё? А what the fuck? Может быть... Здесь что-то... А, я типа подсадить что ли должен? Не, это... Блядь, значит нам надо как-то сюда... А, может дерево повалить надо сначала? Может все-таки сюда? А, во-во-во-во-во-во-во, все-все. Да я затупил, сорян, ребята. Одиночку проходил. Ну, не знаю, написано, что она создавалась изначально для прохождения. Ну, если честно... В одиночку нам много. Ты сейчас мне просто веточку наклонишь. Наклоняй. Эпи. Тихо, эти люди.
Че музыка такая? Что выглядит так прикольно. Слушай, с новым графоном прям фильм такой прям вот. Как будто, знаешь, смотришь такой вот. Ооо, вот это ни хрена себя. Вот этого, по-моему, я не видел раньше. Хотя нет, это было, по-моему. Просто я забыл про это. Так я много чего забыл. А, давай сейчас. Но мне кажется, он тяжелый, блядь. Бицушки какие, блядь. Сейчас, подожди. Надо вот эту сверху стрелу как... А, я вспомнил, надо... Да. Заюнь. Бицухи. Пойдем наверх. Просто прыгаешь и удерживаешь кнопку действия в это время. Да. Прикольно, что вот здесь мы прям получается все эти трубы как будто дальше до этого. Вообще сцена реальная, блядь, пиздец такая. Это реально как кринжево, так крипово выглядит все, если честно. Кровище все это, да. Это прям реально. Они просто врубили. Иду, 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 родной. Иду, 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 иду. Просто слишком далеко от меня, значит. Ну, блин, ну... Я не знаю, может быть, если включить свободную камеру, если... Нет, к сожалению. Ну, в принципе, вот ты их смотришь вот этого. Можешь покрутить сейчас вправо-влево, покрутил вправо-влево, как ты крутил уже обычно. Вот тебе, в принципе, че. Ого! А зачем у него медведь к нему привязан? Охуеть, подожди. Ты понимаешь, что они медведи, как погода? Твою налево! Ебать, вот это реально кринжево. Нихера себе. Слушай, я не помню, разве это было? О, господи. Ты понимаешь, чем они ему отрубили ногу сейчас? Топором, охуеть. Жесть вообще. Я говорю, играю. При камеру? А я не знаю, если есть она. А подожди, здесь фоторежима нету? Да нет, нет. Я посмотрю, подожди. Есть установки. А, это не то, это вибрация, силуэт, учение. Хорошо, вибрация, взаимодействие вправо-влево, повернуть камеру влево. А, у меня камера вот так вот шифтом вращается. А я понял, что она вращалась, потому что они же сами бегают, а я шифт удержу. Погоны, я понял, это пиздец, что могу сказать. Крипово выглядит очень, если честно. Вообще сцену... Смотри, сцена очень жуткая. В смысле, получается. Очень-очень жуткая сцена. Не, не получается. Да, ну почему они по одному медведя вешали? Че-то я, честно говоря, даже не знаю, что сказать насчет всего этого. Да, вон. А, да. И вот там этот даже ЖЕС сидит. Падальщик. Вообще, я не знаю, надо подумать, вот в чем здесь может быть скрытый смысл. Нам, короче, как-то наверх надо зайти, по-моему. Или на меч. Не, нам наверх, наверх надо. А, вот сюда, по-моему, направо, вот сюда, сюда, вот. Мы сейчас должны, по-моему, отрубить ему руку, по-моему. Да, голову. Я не знаю, какой здесь скрытый смысл. Напишите в комментариях. Я вот уел. Типа, поле боя здесь было у них. Все, они здесь раз это. Кратце, что ли? А, он меня еще... У тебя братишка меня еще осуждает.
кстати, это вот сюда вот вроде можно залезть. Чё, человек? Викинг? Ну да, вижу руку. А ты можешь вот сюда вот? Кто? Я больше с ними где? Вот это? А, да, капец. Маточка поедает. Перебили друг друга, видимо. Вот сюда. Там тролль будет, по-моему. Нет, нет. Нам сейчас по викингусу перейти. Или нет? А, нет, подожди. А, нет! У нас короче, в чем суть. Можно было не делать это. За это еще ачивку дают, да. Он же еще, видишь, как, мол, он, типа, сказал ему что-то там, типа, на это что, ебанулся, что ли? А вообще, эта сцена, я так понимаю... Ты там вот так делаешь... Ну, силёнок, кашки мало кто-то кушал. Или нет, или обязательно было. Не, значит, это обязательно было делать всё-таки. Значит, не по нему должны лезть было сейчас. А, ну да, все правильно. Типа, эта сцена, видишь, вокруг такая пустота. Типа, ну, эта сцена, типа, пустоту ассоциирует. Типа, все мертвые. Пустота такая. Ну, как-то вот так вот. Ну да, типа, пустота такая наступает от этой сцены. Типа, когда вот играешь, вот такое ощущение пустоты, мишка валяется. Да. Причем это... Я с медведей, я, если честно, такой, когда скажешь, не увидите их погонок, Илзи. Видите, это стало жертвоприношение вон там. Короче, очень... Господи, что это в самом... Это что, ты видела меня сейчас? А, да, да, все правильно, правильно. Перебираться через кровь. Видишь, они на их крови, они из их крови убитых устроили жертвоприношение. Капец. Ну, вот там какие-то... Большие? Нет, нет, это маленькие. Господи. Просто офигеть. Пещера красиво выглядит, слушай. Но она реально, она вот эта сцена, она такая такая с пустотой. У тебя вот такого не было ощущения, ходишь по этим полям. Да, это я и говорю, да, это в этом суть. И то, что они поклоняются, там сидят. А девка-то по-другому выглядит. Она прям по-другому выглядит. Прям по-другому. Она вообще по-другому выглядит. Она там по-другому выглядела. Охуеть. Угу. Ебать, они отремастерили. Помнишь, да, что сейчас они сделают? Они сейчас в божество пере... Как там она была? Тебе не нравится Блондиса? Так мы идем туда. Сейчас мы должны ему запачкать. А это горы? Сверху. Там, в горах. Пачкайся, пачкайся. Пачкайся. Короче, пачкаешься и подходишь вот сюда, вот ко мне залазишь на меня. Залазь. Не забудь такую дело. Потом удерживаешь. И я тебя должен удерживать. Гениально, просто сделали они. Я когда один играл, я, кстати, долго не мог понять. Знаешь, они сколько раз ебашили? Потому что если, ну, они тебя увидят, все пиздец. Типа, все, мы пришли в жертву. Все, кланьтесь, кланьтесь, да. Кланьтесь. Кланьтесь.
мать вашу, и покайтесь. Мне нравится, как у них сейчас негодование будет, когда они ее освободят. Знаете, это напоминает сцену из «Ну, погоди». Ух, нахуяривают. Так здесь она тоже темненькая. Но там она другая вообще. Она другая была. Я думал, у меня... Ну, это не нравится. Такая нравится. Азиатская. Все. Ты что, подух, что ли? Ну, маленький. Экран. Блять, экран потух. Мы ее допройти можем. Тогда. А что? Че, что? Ждем. Когда прогрузится, блять, Unreal с Engine. Это что, на пятом Unreal сделано, знаете, типа. Ну, я бы не сказал, что прям от четвертого Unreal прям какие-то кардинальные изменения наступили. Вообще на себя не похож. Нет, такие еще. Да. У них причем... У них, кстати, эмоций стало больше, я смотрю, на это. Ну да. Иногда правильно это выглядит, кстати, так, знаете ли, необычно. Да, я помню этот момент. Отталкивайся со своей стороны, сейчас ты отталкивайся. Короче, когда ближе ко мне... А так вот вы, я у тебя откуда взяли эту идею. Зайка, отталкивай. Ну, вперед. Получается? Сейчас, подожди, сейчас ничего не делай. Сейчас мне надо развернуться. Типа надо, короче, одновременно нам... А может быть... А вправо можешь развернуть? Вправо и вперед, как джойстиком. О, получается? Там как-то и влево, и вправо надо одновременно. Например, сейчас нам вправо одновременно и вперед надо нажимать. Сейчас влево, вправо. Зайка! Гребет! Хочешь, подплывем? Не знаю, может быть, можно посмотреть. Но почему нет? Я тебе хочу показать. Я тебе просто хочу показать. Кровь! Влево. Поможешь тебе подсказать? Вот этой? Да, смотри. Вправо и вперед. Вот, вперед и вправо, соответственно. А этим не надо вообще юзаться. Это для чего вообще джойстик? Поняла? То есть нам нужно именно сейчас просто прямо. А когда, например, влево нужно, нам нужно вместе влево нажимать и вперед. Поняла? Это же на изи. Назад. Просто назад, а у тебя тоже назад кнопка. Все. Заинька, ты че? Сейчас влево нажми. Нажми влево, переведи-ка стик. Странно. Влево. Стой, нас разверну сейчас хотя бы. Хорошо тут, как в вэй-ауте. Вау, нихера себе, лед прикольно нарисован. Такие прям реально лед. Смотри, какой лед классный. Прям реально такие текстуры. Лед такой объемный такой. Лево. Тебе помочь что-нибудь, может? Смотри. Лево берешь? Сейчас. Это вправо, это влево. Вот влево я сейчас. Просто влево переводишь положение, все. Просто влево, вот вправо. А грести-то?
А, нужно влево и чуть-чуть как бы сюда, в бок. И также и здесь, вправо, чуть-чуть в бок. То есть, вот так вот. То есть, ты понимаешь, как делать? То есть, как бы по диагонали, а когда гребешь вперед, просто вперед. То есть, левая диагональ, правая диагональ, вперед. Все. Ну и назад, соответственно, вниз. Левая диагональ, правая диагональ. Осадка. Она нас, кстати, сейчас задолбливать будет очень часто. Сразу скажу. И она, если я не ошибаюсь, будет нам мешать, она. В прямом смысле слова. Будет нас подкидывать. Вот сейчас налево. То есть в диагональ стек уводишь. Да-да-да-да-да-да. Ну, мы сейчас, конечно, влепим, влепешкаемся. Да, она нам будет мешать, я же говорю. Влево стик. Влево, в диагональ точнее. Может тебе взять право? Мне взять джойстик сейчас. В диагональ влево же говоришь. Там легко очень. Так, а надо сейчас направо, по-моему. Направо. Давай нас развернуть, что ли. Сейчас нам направо. Сюда налево? Так я разворачиваю нас, зай. Потому что если нас сейчас не развернут, то мы будем, знаешь, сколько так плавать. Ты же не можешь никак сейчас, потому что справление не подвигается. Да, ну давай я возьму хоть джойстичек и помогу тебе. Вот, видишь, ты же разворачиваешься, вот. Че же нормально? Че же получается, котик? Влево, 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 влево. Ладно, я подвезу. Да. Парочка. Сладкая касаточка. Влево роднуля. Что вы делаете? Ну, давай попробуем сейчас. Давай сейчас. Ну да, он как будто из-под запаса. Да я с тобой согласен, я знаю, что ему так легко. Я же тебе раз что говорю. Давай. Я наоборот говорю, ты у меня молодец. С таким управлением ты реально ебешься. Так ощущение, что это какая-то недоработка, стик же считывается. Ничего страшного, легко бывает, липсик. Вау. Да епицкие косточки. Так, роднул, сейчас. Подожди, сейчас я нас с тобой разверну. Как говорится, так, заюнь, только главное нас с тобой назад не уплыть. Ну, куда? Подожди, разве нам сейчас не вот сюда? Такой же здесь берег, по-моему, на берег надо вытащиться. Сейчас, все потихонечку, не торопимся, не торопимся. Сейчас все получится. А если не получится, то долго мучиться. Подожди, нам точно сюда не ходит, налево. Да нет, вроде. Я не знаю, Заюш. А ну точно сюда. Мы же вроде оттуда приплыли. Ну куда я, давай-ка обзор сделаю. Не, подожди. А нет, нам туда. Или что, подожди. Вот здесь нам как-то надо... Подожди, нет. Ничего, сейчас получится. Я просто хочу как-то помочь нам с тобой развернуться. А можно сейчас? А может быть...
РБшка? Нет, РБшка это... Может, там не кто-то, блядь. Вот где киты, может быть, я нам подскажу. Такое ощущение, что это из-за мертвой зоны джойстика самого. Он немножко не подхватывает. Блинки, 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 костики, все. Развернусь, помогу. Надо бы просто с тобой, малышка, как-нибудь прям вот хоть потихонечку бы. Ну точно здесь не было, да? Так а нахуй нам туда сюда? Так если мы отсюда были, зачем? Че, за китом? Так мы выплывем. Сейчас. Это же не норма, блядь. Правильно, задком поплывем. Нет, все правильно, надо вот туда примандикаться как-то, вот к примандикаться. Вот как? Подожди, теперь давай магию. Сейчас, подожди, сейчас я кое-что сделаю, сейчас, не парься. Я понял, я влево всегда, я вправо не могу управлять, только ты можешь вправо управлять. Сейчас. Давай прямо поплыли. Блять, чуть-чуть оставалось, блять. Да что ж такое-то, чуть-чуть уже оставалось, да. Во-во-во-во-во. Ну давай сейчас потихонечку. Потихонечку направо, направо. Давай. Чуть подровняй, так. На-на-на-на-на-на. Сучка ты эдак, и слазь давай уже, ёб твою мать. Мужики уж подплыли. Господи, вы чё, серьёзно? Боже мой. Это вот ради этого сто... Слушайте, а не стоит у вас вопрос, да? Почему она не могла заранее помочь? Ёб твою мать, она чё, издевается нахуй? Мы тут с Кеской тут, понимаешь, гробили свои спыры. А она оказалась... Бодибилдерши. Вау. Слушай, ну круто, круто, красиво. Чипичу. Хуй знает. Значит, нам сюда, наверное, куда-то. Да, вот сюда. Опять помнишь, она ничего не скользит? По-моему, нет. Она нас сейчас показать тролля. Ну, не все же знают. Не все же знают, как говорится. А вообще она уже, знаешь, проявляется коварство. Вот этот вот быстрый бег. Вот это то, что она их двоих, блядь, утащила, тебя это не смутило. От того, как она прыгает вон. Надо помочь мистеру Черепашкинсу. Я раньше этого не делал, но надо помочь. Пойдем. Вон. Поможем мистеру Черепашкинсу. Он своего ребеночка потерял. Я раньше такого не делал. Пойдем. Давай вместе поможем мистеру Черепашкинсу. Поможем маме Черепашкинсу. Ой. Подожди, а как помочь-то? Так. Так. Нам туда. Вот. Пойдем посмотрим. Поможем маме черепашке. Вот, это очень надо. Сейчас, знаешь, через честно, от этого игра еще выглядит еще более милее и в то же время грустнее. Не знаю почему. Такое грустное почему-то все. Я думал, что когда почему-то перепроходишь эту игру, не найдешь ничего не грустного. Нет, на самом деле это не так.
А куда она делась? Она же стояла. И это уже должно было их смутить, то, что она как терминатор. Маленький, мы поместили. А ты знаешь, как черепаха, она как будто бы их считает, что ли. Но все равно от этого становится как-то грустнее, что ли. То, что у них, видишь, они же типа воссоединились, да? Да. Нет, это они от холода померли вообще. А ты заметил, что они вот здесь сначала? Я ведь никогда не придаешь этому значения. Я говорю, только проходя игру несколько раз, да, ты можешь... У нее паук висит. Видно? Именно проходя игру... Ну, не знаю, я раньше не замечал. Ты это сейчас увидел или ты раньше еще видел? Я раньше... Ну вот, и я говорю, проходя игру повторно, многие детали осознаешь, как ты раньше не осознал. Это вообще не понимал, как почему, почему. А, мы должны пилу эту взять и пойти то дерево распиздосить тебе. Подожди, здесь ничего нету. Но мы должны ей сначала помочь. А, ну пойдем почилим. Почилить хочешь? Это для чилинга. Ну пойдем почилим. Садитесь, сэр. Это вообще... А, я понял. Да, мне надо, в общем, рядом стоять с тобой. Садимся. Все, что ли? Ой, красотуля. Нет. Как глубокая игра вообще, на самом деле. Прям мне вообще нравится. Да, глубина этой игры, она настолько... Добьем ее сейчас. Тут осталось-то. Все, ничего. Тут еще остался тролль с деревни тролли. И все, по сути. Она круто, когда не видит. Она будет. Квасиха? Она че? Почему нельзя изменить все, да? В мою, в твою, в мою, в твою, в мою, в твою, в мою. Ты заметил, как она ползает? Ты видела, как она вообще ползла? Она даже вот так ходит. Она... На четыре. Я говорю, ее перепройти еще раз есть смысл, чтобы понять, насколько, мать его, она... А вообще, на самом деле, если честно, я поначалу, когда вела, ну, вчера себе девка что творит. Но я думал, типа, девка со спецспособностями. Я же не знал, что, как говорится, такая жопа. Такая жопа. А вот Unreal Engine 5, блядь. Хотя нет, видно, видно, маленькие есть. Но они еле заметны. Движок, ну, по колени говорили. Ну, блядь. Пиздует туда, отправить хай ползет сама. Вниз идти надо. Что-то сделать сейчас придется. А! Так она ж сама силачка, господи. Давай, малыш. Интересно. А вот снег-то мог бы слетать, когда он едет. Ай, не наработочка, не наработочка. Хотя вот слетел. Ладно, беру свои слова назад. Ата. Она что предлагает нам? Залазь. А себя как? А вроде как она... Сейчас, подожди, подожди. Сейчас что-то... И... я, кажется, вспомнил. Я вспомнил. Садись. Залазь, залазь. Вот она тут.
А может быть, она нам дверь сейчас откроет? Вот это мы ее швырнули. Я тебе предлагаю просто вот нас. Блин, а понимаешь, в чем здесь весь был? Ну попробуй залезь. Хотя, смысл? А, ты должна мне сейчас помочь. Рычажочек Наи, мистер Наи. Мистер Наи, давайте. А, вы вдвоем, типа. Ты понимаешь, ведь вот некоторые пишут изменить сюжет. Но они ведь ищут лекарства для отца. И логично, что... Ну да, они купились на... Тролль. Причем тролль, да. А, он же призрак. Бля, я и забыл про это. Я писец, точно надо. Я говорю, надо игру. Игры периодически надо проходить, что-то же свежей памяти. Я даже, знаете, еще не сижу, думаю, вот были же Дэнди Сега, да, Кис? И ведь мы же по несколько раз там могли уровни проходить, перепроходить. Ну, потому что, типа. Ну, не всегда же получалось там, типа. Сейчас по отдельности ползем, пока что вроде. Или мне к тебе. А, нет, к тебе надо прилезть. Сейчас. Мы сейчас с тобой должны будем. А она сейчас вроде возьмет, тупо перепрыгнет сюда просто. Смотри. И вот. Ну они как думали, типа, девка, как она, да, типа человек. Ты помнишь, да, сейчас? Мне это нравилось всегда, как они. Так мы уж так сделали. А ты что, забыл? Блин. Я поначалу всё-то растерялся. В принципе, с ним вся битва на том, что мы должны просто маскинг делать. Маскинг. Я как та тетка, которая, помнишь? Фэшн. Фэшн. Нет, конечно, при первом прохождении ты реально думаешь, типа, ну, бывает, у девки суперсила. Бодибилдит, что такого-то? Смотри, маяк какой-то. Ты видел там маяк красивый? Но, конечно, сейчас, знаешь, если это будет проходить, ну, более молодого возраста, да, то особо не пытается, не пытается вникнуть в сюжет, конечно, такой человек, типа, ну, подумаешь, девка, блядь, она же им помогает, да. А когда в взрослом возрасте такой перехожу, думаешь, блядь, это же не будет, а не нужно, что... Какой пиздец творится. Типа, что супервумен какая-то получается. Ну да, но... Только мы-то ведь... На! Василий, Василий! Он сейчас, я помню, что сделал. Он сейчас подойдет. Просто выломает нахуй. Бежим. Опять это. Я не могу после твоих слов немного действовать. Типа, по идее, якобы он провалился, подумал один. Да он в рот ебал все дел. Тут, знаешь, в чем? Тут еще такая ирония вышла, что она его закадрила. Видишь, в чем прикол? Я говорю, здесь
вообще, на самом деле, сюжет-то прям такой прям глубокий. Видишь, она его, по сути, она его закадрила. Видишь, он говорит, типа, нам же туда надо идти. Mm-hmm. Это ж, блядь, это же, сука, это великий сюжет. Это реально... Это точно. Заманил в свои хиты. Вот, поэтому, да, это реально такая... Видишь, сказка с глубоким смыслом на самом деле. Вау! Смотри, как красиво. Это очень... Сказочка с очень глубоким... Смотри, как красиво. Сказка с очень глубоким смыслом. Самое интересное, что он сейчас ему даже вроде будет как отговаривать, типа... Типа, а чё за хуйня? Чё ты нас за пещеру тащишь? Он уже сейчас... Да. Да. Он сейчас его ещё раз остановит. Ну, а он видит, что ему другая. Вот этот маяк стоял, мне кажется. Типа, он думает, что тут короче. Блять, нет, игра реально, она мне спробовала. Вот настолько вот этот смысл. Господи, это что? Сейчас понимаешь, проходишь. Типа вообще суть в том, что нехуй доверять незнакомке. Хоть сиськами, хоть. Почему? Да, ты пытался. Ты хочешь. Это называется сюжет, когда это называется. Изменить ход истории. Мне все равно, если честно говоря, перепроходишь раз, воссоединяешь все картинки воедино, это даже сцена с черепашкой. Ты просто понимаешь, в чем прикол сейчас черепашки? В суть в том, что они все воссоединились. А здесь? Пиздец, да. Жутко стянулся. Кстати, опять, да, понимаешь, ёб твою мать. Да. Право, влево. Право. Да. Влево. Нам главное раскачаться, упасть. Микера, ёбаный, блядь, знаете, это если честно, но если можно было бы и не помогать. Господи. Ебать его налево. Слушай, так сейчас еще страшнее выглядит. Бля, это ж костюм. Вот, видишь? Слушай, по-моему, этого не было. Или, может быть, это было, просто мы не обращали внимания. Твою мать, это чужой. Ебаться, как страшно. Да, тебе надо ее отвлекать. Тебе надо врезаться в нее. Да-да-да, а мне нужно ей лапу оторвать. Естественно, знаете, если честно, когда у нас новая графика, это выглядит еще страшнее, реально. Согласись. А? У меня рожа вновь так страшно, пиздец. Охуеть. Слушай, реально, мне аж мурашки. Слушай, это вообще... Давай. Не нервничай, я тебя не тороплю. Если даже проиграем сейчас, я тебе... Тебе с разгона надо. С разгона. Я тебя не тороплю. Хорошо? Не торопись, я тебе говорю, ничего страшного не будет. Сейчас дойдем тогда в конце, я даже еще одну фишку интересную вместе. Сюжет. Подальше, не бойся. Да, молодец. Пиздец, вот эта сцена, Крим, слушай, она еще страшнее. Блять, не потянись, рожа нахуй страшная. Охуеть. А, можно было от нее не убегать, получается? Не подставляться, что ли?
А, поэтому назад не может, да, я так понял. Ой, блядь. С разгона, блядь. Ебучие пропиши. Давай, с разгона. Не торопись. Нет, не нервничай, не торопись. Во, молодец. Сейчас я объясню, почему суть. Мне вот еще, знаешь, мне что есть обидно, то что... Ну, ладно, в общем, суть в том, что вот последней лапой она умудрится, и вот ты понимаешь, то есть как вот... Откуда, блядь? Я даже не знаю, как я убегаю. Меня там... Да, я... Господи, какое оно страшное, бля! Боже мой! А, ты смотри, она превратилась. Почему он подходит так? А, вот что. Ах ты ж, блин. Да. Она его обманула, да, видишь, она его обманула. Да. Сзади-то! А отец, типа, видишь, чувствует, что с ними не то. Он может быть, типа, надеялся, что она, типа, это... Типа, думал, что, может быть, ее кто-то так поглотил, а она на самом деле не это. Ты видишь, но она видишь, как она взяла его проникла. Чтобы я ей так уж пиздец. Мне есть так вот этого мелкого брата было жалко, потому что он так пытается ему помочь, если честно, заметил. Самый. Да, это все. Самое, конечно. А я даже управляю. А как я сам могу управлять за счет чего? Нет, он там. Нет, они его, по-моему, с отцом вместе будут. Здесь он типа соберет для лекарства, оно и нужно им было, для лекарства вот это вот растение. И я так понял, что он это дерево видел до этого, типа. Мне еще наверх надо будет сейчас идти. А как я полезу наверх? Я излочу. Блин, это растение, оно от отца, от его болезни. А у него здесь оскольчатое ранение. Ножевое ранение. Най, Мафи, Лейта, Лава. Балила. Видишь, он набрать что-то. Лавади, Лава. А я тебе даже скажу, он, по-моему, на него даже будет. Прям, блин, такая сцена прям слетела. Он прям на него будет плевать даже если... Лавоя. Ну, блин, ну как бы ты сейчас убежать-то. Хотя, по-моему, даже если смотреть пробить не надо, это просто бежать. Вот, вот видишь, это кат-сцена выпускается. Дерево такое красивое. Это типа древо жизни. Так он его будет, я тебе говорю, знаешь, как это будет, блин, обидно. Но прям, он его вроде будет прям стоять вот так вот, типа, мол, живи. Да. А мне еще сцена нравится, когда сейчас, блин, это реально стоп, это, когда к нему этот, ты же помнишь, как вообще он убирается?
он сейчас будет плавать, насколько я помню. Там сейчас будет момент, он типа сорвется с псевдиста. Поднимайся наверх, удерживай и наверх. Наверх подниматься. Ты РТ удерживаешь? Вот, и наверх. Удерживай РТ, наверх ползешь. Это просто как по этому. Мне, кстати, так кажется, что та птичка, которую не заточили, она отсюда была. В чем вот, видишь, ты представь. Тут персонажи на кукол, кстати. Я не один это же заметил, да? Были такие кукольные. Я вообще не знаю, зачем. Девку какую-то, блин. А он сейчас, типа, сам, по-моему, спустится. Портал. А я думал, что она поливать будет тупо. Ну, ты же говорил, чтобы она отпоила его, ну вот. Но он уже умер, потому что у него отец-то живой. Это как бы как... типа лекарство такое. Я тебе тогда такого не было. Так она его в сердце пронзила. Она его прям долбанула насквозь. Ты чё? Тут еще такой дождик идет, типа со слезами ассоциируется. Ну тут прям все добивает зай. А? Да. Так я говорю, тут все добивает. И последняя сцена еще разок. Почти. А, сейчас, подожди. А вот с этого у меня, кстати, очень большой момент. Я не пойму, как он его даст. Либо они потом... А, ну может быть просто когда, типа, как памятник поставил. Так я говорю, в конце еще разок. А, да, он же его сам. Когда поиграть-то? Я сабу ж забыл. Сейчас меня тащить будешь ли? Я говорю, играй, пиздец какая. Хочешь, тебе скажу честно, вдвоем еще грустнее играть. Потому что когда как-то сам себя не взяешь, у тебя нет такого ощущения, будто как бы два человека играет. А когда ты играешь вдвоем, ты говоришь вдвоем, у тебя больше ощущения, что ну, здесь два человека. Мне его так жалко, если честно.
Я удивлен, что это тексту сделал. Знаешь, что хотя бы веселый. Странно, что люди жалуются про слоника. Мне кажется, эти люди не играли вот в эти две игры. Серьезно. Хотя, знаешь, если сравнить с Вайаутом, ну вот, по уровню, мне кажется, вот это куда хлеще. В плане того, чтобы на эмоции долбануть. Потому что здесь оно начинается с того, что он сидит, у него мама умерла на могиле. И заканчивается. То есть ты понимаешь, что это, не знаю. Это очень жестко. Это засыпать меня сейчас должна будешь. Подходи к, по-моему, песку надо подходить и просто, ну, засыпать. Ну, тебе вроде это не надо, конечно, делать каждый раз. А, нет, надо. Я говорю, когда вдвоем играешь еще больше, так это. Еще раз. Мне еще, что здесь, так сказать, ну, нравится, как сделать. Заметил, он такой очень, он такой подавлен. То есть специально сделано так, что прям вот реально, ну, чтобы было видно, что вот это состояние подавленности. Чего-то. Ну, да, ну, Зай, ну. Ну, а как я тебе себя сейчас завылезу? И так грустно. Ну, так можешь. Ну как, я тебе что, программист, что ли, сценарий? Ну блин, а вообще игра как бы такой, знаешь, некоторые пишут там две концовки, давай, ну блин, игра как бы задумалась такой. Птица. Нет, это типа его, да, его как, ну как брат, типа. Ну да. А он нет, он понимает, у него, он сочувствует. То, что у него тоже умер. Видишь? Ты суть пойми. Видишь? Он как будто бы ему сочувствует. То есть он, видишь, он... Ну, вот почему? Так это брат его был. Типа он его тоже решил доставить. Вот так вот, кис грустно. Очень грустно. Я тебя приглашу. Не то, что... Ты заметила эти живы? Эти индейцы, которые там... Да. Хотя, да, чё? Лучше бы они её ёбнули. На сжирание ставят. Ну да, скорее всего, мне просто памятник поставить, потому что, блин, а как они вернутся туда? Это так далеко. Ты видишь, здесь типа острова. Вон здесь эти, видишь. Я, кстати, не помню, а он же сейчас в воде окажется, он еще плавать должен научиться. А, вспомнил, он его сейчас доставит. Там гроза начнется, ему нужно будет доплыть до отца, я вспомнил. Да. Да. А, нет, он его почему? А почему? А что ты думал, не нахер шаровая? Это так мило, Зай. А может быть, он просто думает то, что типа, ну, дальше тогда идет, он же не знает, что здесь будет. Это вот. Ну, так вот, он его доставил, по сути. Все, он его привез. Он же его довез до точки высадки. Так же, он, откуда он это? Вот он рядом находится. Суть-то. Вот ты теперь прыгаешь. Если я не ошибаюсь, он тут сорвется, что ли, типа. Слушай, так пусто, грустно, когда один. Ну, ты мой маленький.
Ну, давай показывать. Мой дух будет вести. Вы вроде вот сюда. Сука, еще темно. Вы говорите, гамма, блядь, темная стала. А не сюда вот? Как-то... Может быть, РТ... Да. Я все понял. Он, по-моему, сорвется, что ли. Не грустно. А здесь, я тебе говорю, здесь сначала одна сцена, потом он прилетел ему, как брат, у него же брат погиб, посочувствовать. Видишь, он его прям приластил. И концовка тоже еще разочек, ёбнет. Я говорю, раз, два, три. Три раза в сердце. А, вот. Они же здесь типа плыли, он на нем был. Да, по-моему. Блять, я из-за гаммы нихуя не вижу, как он плывет. Может, яркость приподнять немножечко? Тебе туда надо, в пещерочку. Насколько я понял. Он не идет вперед? Тебя колбасит. А куда же? Значит, туда, может быть, все-таки. Значит, туда. Не, значит, может, похочешь по-новому? Может быть, это баг такой? Бывает, переиграть придется. А чё мне? Пизды ты дать, мрази. Вибрация постоянно идет, как будто бы происходит какая-то сейчас программа, и он должен уже плыть. А, давай, я понял, это скорее всего это. Да. Потому что у тебя обычный джойстик не вибрирует, когда ты просто... Хотя бы на сейчас вибрирует. Пришли здесь люди. Жалко. Блядь, нет, значит здесь как-то надо... Как-то, короче... А я вот тоже не пойму, чё. Вещал. Ты имеешь, что посвящение? А может быть вот здесь вот чё, типа... Нет, значит это не маг, значит что-то надо сделать. Может быть РТ удерживать и вперёд? Пробуем же это. Быстро. Мне кажется, мы чуть не ту делаем. Неспроста, что ли? Но оно редко появляется, тебе шубу нужно стоять. Сейчас. Я удивляюсь то, что постоянно берут джойстик, если честно. Такое ощущение, что как будто что-то должно произойти. Ну а смысл назад возвращаться? Они отсюда пришли. Господи, не бери людей. У меня уже не броболезнь началась, если честно. Сейчас. Нет, значит там что-то все-таки надо делать. Сейчас. А вот смотри, а вот наверху какие-то.
Гадышки, гадышки присутствуют. Ну просто вибрируют и все. У тебя же на РТ все действует. Сейчас он стоит. Он смотрит в воду почему? Может, надо просто стоять смотреть. А может, надо просто стоять смотреть, он сейчас плывет? Нет. Брата ведь что? Они то же самое. Странно, очень. Так, сейчас сменилась камера сама. Ну подожди, а дай-ка я переключусь на... Сейчас. Да. А он походу продолжает. Да. Я так понимаю, что у тебя оно все равно будет, потому что это все-таки... Сейчас подожди, можешь вернуться? А, так можно. Я так понимаю, просто. А может это и есть эти точно? Сначала обратно, как бы. Что вы говорите? Малыш, что вы говорите? Нет, я помню, я тоже поначалу очень долго тупил. Здесь что-то надо сделать, я не помню чего. Может, вы знаете, что капнуть? Он поплыть должен вот туда. Он танцует стоит, блэд. Может, посмотрим? Да. Просто вон эти грани, что дальше делать? Я вин просто тот же плейграунд, например, открыть. Сейчас мы вернемся. Сейчас доиграем это тайп, это блинчики. Какой, господи, что я пишу? Видел, что я написал? Все. Так. Ну, вместе все равно проходить ее, хоть не, так сказать. Да, нет, я не скажу, что я не плакал. Я плакал, но... Еще как? Как раз таки я песни китов. Вы спели песню. А, там песню можно успеть. Да ладно. Угу. Так, все сладко, так. Бежим, по... дополняем флягу эликсиром, скатываемся. Так, походим. Сейчас. Там, видим, можно как-то песни спеть. Теперь наша сейчас способность старшего брата. Удерживай кнопку. Господи, вот. Чего? Догадаться такого никогда не догадаешься. Надо удерживать и мне, и тебе одновременные кнопки действия. Пробел, а тебе свою кнопку. Нажимай и плыви. Ёб твою мать! Вот скажите. Не, может, когда один играешь, догадаешься такого. Типа... И шабра. Нет, игра грустная. Скажи так, вот что... Что... Да ладно. Нет, наверх. Что, блядь, первый раз рыдаешь? Что, блядь, во второй, сука, раз рыдаешь? Сейчас вдвоем тоже, да? Видишь, он с ним говорит? Да. В общем, фишка в том, да. Так вот, что тогда... А вот это я даже я не знаю. Прыгнем, да? Ну да. Скажи, все равно грустно. Ну да. Ну, с тобой мой друг. Скажи, какой нахуй дух. Мне интересно так. Ну, согласен. Надо пальчик заебать. Давай. Дико. Ну, даже, не заходит. Даже не заходит без меня. Давай вместе заходим. Кстати, оправдан.
Да, ты! А ты! Аби! Даба! Ну, да. Воды, воды. С другой стороны, хорошо, что наоборот не стали ее озвучку делать, блин, раз, типа, эмоциональный разговорчик. Видишь, типа, да, он будет жить. А он сейчас вырубится. Так естественно, он столько про этого. Ну все. И давай еще одну пулю в сердечко последнее осталось найти. Ну, кушай. Ну, без тебя и вообще не могу, да? И последняя сцена. Еще разочек револьверчиком сердечко сейчас. Долбанет. Вот. Я говорю, игра начинается грустно и заканчивается. Я не знаю, есть что-то из игры еще настолько с депрессичком, если честно, я даже не знаю. Наверное, да. А нет, это он просто... А он просто сидел, он же вспоминает, он живет с мамой, тогда плавает, что лодка стоит. Иди, мальчик. Не знаю, сходи, посмотри. Я вроде особо не шлялся здесь. Графически, да, прикольно. Но паучиха, я вам скажу, еще кринжовее стала. Говорит, наша знакомая, ну, красота. По этой паутихе. Да. Рожа такая противная. Где ты ее? Кто? Рожа, говорю, противная. Где ты я ее уже видел? А вот здесь тебе нельзя как раз? Такая, не, ну по графике она тоже появляется там. Хотя, ну и если, например, ну, не знаю, не тянет, можно и 13-й год, вот, спокойно, то что она не... Но рожа страшная, страшная. Хе-хе. Я помню. Но последняя сцена тоже сейчас, она прям... Я и говорю, она вся раз, два, три. Да, Кеса? Я говорю, вся игра, как концовка началась... Сначала брат, потом ему похоронили два, потом птица прилетела, такой хоть три. И четыре получаю еще разок вот так, но... Да, скорее всего, у них памятники, потому что мама тоже умрет, я тоже вытащил. Это памятник. И внизу брату она поставила. Ну, рядом. Да. А так, помнишь, вначале? Тяжелый, короче. Эмоционально тебе еще. Хорошо, ты лисичку не смотрел. Там. Я говорю, они здесь еще разочек решили долбануть. Волкиша. Пиздец, блядь. Сколько раз не прохожу, а всегда плачу, сука. Птичка жива. Ну, другая. Но это не утешает. В смысле живая? Другая. Другая, да. Ну, другая, которую доставили. Все, концовка. Песня-то грустная. Брочерс. Брочерс? Брочерс, это фамилия. Да я шучу. Да, грустная игра. Да. Согласен, разработчик ног своего. Очень грустно. Ну, еще отец зарыдал там за клетку. Короче, очень грустный, в общем. Советы мы кому нет. Такой даже совет. Такое, когда проходишь, даже думаешь, нет, даже совета нет. А я думал, меня на третий раз не возьмут. Нет. А, блин, ну а что здесь? Вообще, да. Часа за три. Даже Бразерс этот проходит. Все? Я даже с этой командой разработчиком.
Вот такая вот игра. Грустная. Грустная очень. Вот. Все. Бонусные материалы. Да ладно. А что из бонусных материалов? Давайте посмотрим. А, это вот как мальчик выглядит, который их... Какая песня? Вот это сейчас играл? А, сейчас посмотрю. Это помнишь тот поц, который их... Это? Да. Мы просто вру, что у меня нет, бать. Да, арт всякие. Комнатки всякие. А это кто? А может, он девочка? Угу. А, может быть, это которое кладбище им открыли? Хотя нет. Да, а, да, помню. Вот там собаки. Ну, это зарисовки, концепты. Это тролль. Тролль Хидли. Это тролль. А это кто? Вот этот. А, да. Ключник. Это вот. Я не... Это деревья, которые... Но это разные. Быстро. Это кто? А, это который мужик, который повесился. Это Эйнштейн? Отец. Ну да. А ну-ка покажись. Большой. Вот они. С медведями. Так вот они, вот они. Тут еще медведи на погонах. А, вот они. Офигеть, слушай, ты реально их погоны, слушай. А вот этого нет. Я так понял. А, нет, есть. А вот эти, это противники, типа. Да, ну пиздец, на карту не посмотришь, но чем я знаю. Ну, потому что там непонятно. И да, вот эти тоже. Это сектантики, которые. А, это они. А тут кто фиктует, кто. Ну, такая-то они разные. А может, это тоже они? А может, это тоже сектант. Викинги себя сами убили, там суть, наверное, была в этом, что они сами себя погрохали. Деревня. И вот уж сектанты. Это китеночка. Это мразь. Это продолжает. Господи, какая она страшная, блять, а? А кстати, вроде раньше не было артов-то, между прочим, это сейчас добавили. Конченую. Чтобы она. Это я. Эти. Всякие амулеточки. Вот это их нарисовали. Прямо это Джордж Майкл. Ну-ка. Похож. А здесь в галерее в виде комментария к изначальной игре. Сценарист и режиссер игры Сварс комментирует игровой процесс изначальной игры. В смысле изначальной. Hello everybody, my name но is тут, блядь, без субтитров, охуенно. Наверное, всю игру прокомментировал. Ну да. Графон другой. I'm originated from Lebanon, so that's why I have kind of Arabic English style. But you will hear actually talking about Arabic English. Да, ну а потом прибавил старый. The language for brothers actually inspired by my own language in there, and you will. Ну они тоже прикольно выглядят, на самом деле. Игра не выглядит хуже от того, что если даже старый лишь играть, ну серьезно. Be quite a long time actually, I prayed brothers, because this is. Она не выглядит, но заметь, они весьма лучше выглядели, вот чем. Да, и они чуть помоложе выглядели. So just a little bit about myself and my background. I'm normally a filmmaker. So this is actually my first game and took a lot of time to make it. Я уже сказал, что он фильмейкер. Так он же кино снимался. So так, да? Да? Ну, так а я и говорю, он там более такой какой-то кукольный. Так а я и говорю, игра от того, что... Типа, она раньше, она была просто именно по оригинальным артам создана. А здесь, видно, от себя немножко подбацкали. Здесь у нее тоже глазки такие. Да, там было меньше эмоций. Но она с помощью музыки эмоции показывала. В других играх, знаете, музыка, она как за передачу эмоций отвечает. Наи! 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 Та, та, in Arabic you say та, that means come here.
А, он сказал на арабик это, да, это. С реальных слов. And most Прикольно. Of the stuff that you see in the animation mocap is actually done by me, and I'm saying big brother, little brother, father, and every pretty much every creature in the game, even the girls, is done by me. Да нет, она раньше у него растительность была красивая, и то есть, как сказать, ну. Единственное, что сейчас больше добавили, это ну визуально там туман добавили погуще, отражение, да. Объекты будут такие же. Вода была очень красивая. По сути, это ну реально. Так он что, сейчас всю игру будет что ли комментировать? Ёб твою мать! Он сказал, он вначале сказал, вот этот цветочек он понюхал, он сказал, запомните этот момент, я о нем вам расскажу еще в конце. Да, там уже мог подойти понюхать цветочек. Я не знал, это он понюхал. It's not going well, and it's like really buggy, but that's because I was very inexperienced at that time. So the idea was to like tell the story between with animations, how they react, how they handle, how they talk, and how they. Что субтитров русских не сделали? Я бы сейчас все бы озвучил. Ну серьезно. Субтитров не мешает. Yep, there it goes. With as little like dialogue and stuff as possible. So we try to make as переводить, а потом вырезать, сделать на канал, озвучку запилить. Давай. Нет, он вот некоторые моменты пропускает. Ну, чуть-чуть пропустил. А теперь... Ну уж, как говорится, сам Юсуф, думаю, с разработчиком, может, что еще расскажешь, что такого, чего мы не заметили. Хотя вроде уж все детали понятны. The problem with this game was, like, in many ways it was quite different. It's a game that haven't been tried before. I was new in the business, people knew me for making movies, so it was really hard to you know, tell the companies that, you know, that would really could pull this off. So it was, like, really tough, but I'm really happy. And all the pre-reviews we got, all the reactions we got before the game was, like, very bad. But I didn't care. I really believed in this one. And I'm so happy that the success of Brothers, which is... kind of crazy for me doing the first game. It's really awesome. So again here, like telling the story without any dialogue. And once we started. Ну для первой игры, знаешь, это вообще не. Я бы сказал, таки это очень неплохо. Это прям я бы даже сказал прям. For the story of brothers, and really, it's extremely simple story. It's about two brothers, and they're gonna save their father. And people has been really hit by the story, and they don't actually understand anything of this what they're saying. But at the same time, you can sense a feeling of what's going on. And the idea is, again, to that interact and learn, to get to learn the brother. Like, for instance, here, if I go with Big Brother, not many people have missed this, you will get a reaction. And Little Brother does something else. So there were, like, unique animations of every brother for everything you interact with. Ну, он тут говорит, то, что для каждого из братьев была специально разная анимация создана, чтобы, ну, как они сняли. Типа, чтобы было интересно смотреть, ну, то, что они разные, то, что это как бы не один персонаж, а создавалось ощущение, то, что они разные. Но это так, в общих чертах. То есть то, как они взаимодействуют с миром игровым, чтобы было видно, что это не как будто бы там один человек откопирован. И особенно, типа, это разница видна тогда, когда один, типа, умеет плавать, а второй нет, не умеет плавать. Ну, то есть то, что у каждого из братьев свой характер, это, типа, делает игру живее, скажем так. А, ты увидел? Ну вот. Я знаю, что у него и фильмов есть достаточно. Там даже чел кому писал, что он смотрел его фильмы, ему прям понравились.
you see that the camera will like try to place the right brother on the right side. You see, if I go like this, again, the camera will try to place big brother left side, little brother right side, to give you the right stick on the right brother. Before, in the beginning of production, we tried to do it that it puts the right brother on the right side, even if they were closed like this. But the camera spinned so much, it was like experience like this almost. And ну, тут он, короче, про камеру рассказывает. Нихуя, то, что камера, когда левый брат бежит влево, а правый вправо, камера в каждую сторону вещается. Oh, it's not knock. Yeah, there it is. Ah, that one. I just think it's funny. Yeah. Ah, там мужик стоял. I'm really happy. Дерево по ноге, двери по ногу, по двери ногой херачит. Especially our art director Klaus Engdahl, and of course level designer Philip Kolianos. Ну и то, что можно посидеть на лавочку, чтобы оценить дизайн уровней, просто посмотреть, как все создано красиво. Ну, Сима комментирует мать его. Да! Ну, я не знаю, сколько он тут, нет же, внизу. Я думаю, знаешь, что надо посмотреть? Сейчас. Пускай пока комментит. Надо посмотреть, если в Ютубе есть полный ролик, проще тогда взять просто и попробовать, ну, как-то потом отдельно это сделать, тематику. Потому что, блин, это, знаете, мы это будем это будет очень долго делать. А нам еще, блин, еще скидку готовить. Сейчас я посмотрю, брата. Сейчас я скажу. So now we are in chapter one in the game. Moments. Да не кажется, кто-то вырезал. The little brother is, of course, much more playful. And here you have something else you can interact with also, like, yep. And but the little brother, he can like, yeah, that we forgot a sound, actually. Неужели никто не выложил, блядь? That's funny. We don't have any sound there. Never saw that before. Interesting. All right. Now we know that. Too late to fix, but anyway. А, да, вон девочка бегает с мячиком, правильно сказал. Actually point where to go, because we don't have any map, as you see, going the huddle as possible. More fun for us. Here's a here for store toilet, really bad. And you про туалет комментирует даже. Of course, he's. This actually sounds like the same. It is the same guy that was in the earlier part, like knocking on the door. Maybe he went to the bathroom now. Чуть-чуть мотнул, чуть-чуть. Тогда вот он сейчас только подобрался, где они. Тогда есть. Да, я знаю. That was taken away because it's a alcohol. Really drink, really care. Let me show an example how we spawn the player. Now, if I put the brothers on the wrong side, let's look now. I put the little brother. О, не, слушайте, это надо отдельно бы. Это просто. Это надо найти лучше отдельно, потому что, блин, он все просто весь рассказывает. Это интересно, конечно, послушать, но это лучше, наверное, знаешь. Жалко, что субтитров нет, потому что если были субтитры, вообще цены бы не было. Ну давай перейдем. Ну надо найти, блин, это видео сам, потому что, блин, сидеть его смотреть. Короче, все, всем пока, Кис. Скажи, Кис, пока. Бай-бай. Сейчас.